Минкульт предупреждает, качество сельского досуга нужно повышать, а вместе с ним и квалификацию работников отрасли. В этом году сотрудникам ДК, библиотек и музеев региона обещают повышение зарплаты. Ну и спросят строго, профессиональное мастерство прежде всего. Как обстоят дела в Кошкинском районе, проверила руководитель профильного ведомства Ольга Рыбакова и наша съемочная группа. Первая остановка. Дом культуры в селе Орловка. За последние годы удалось достичь главного – прекратить отток людей из села. Но проблема существует – нехватка кадров, низкая зарплата. Поэтому в ходе визита министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова ставит задачу. Качество услуги в культуру повысить на несколько этапов выше иметь. Поэтому на сегодняшний момент задача жестко стоит – чтобы в сфере культуры работали только квалифицированные кадры. Впрочем, даже в непростых условиях сельские дома культуры удивляют. В райцентре с самодеятельностью и народным творчеством все в порядке. Я думаю, у нас обновится материально-техническая база, поднимется зарплата преподавателей. Теперь работники культуры, которые трудятся в районах ДК, получат дополнительное образование в самарских вузах. Татьяна Пудва, Александр Каракулько, Новости губернии, Кошкинский район.